Такое ощущение, будто убили семью Зандаларов, лежат чисто. Тролль с тролихой. Ебать, у них пиздец. Ноги Морды на. кривые. Ноги пиздец, два пальца нахуй. Сука, ну и дичь. Так у них и на руках три. Это же как черепашка Вот эти ниндзя. вот редарки, то, блин, сочные, на. Смотри, нихуя. Да потому что редарки это же эти. Дринейки? Дринейки, только темные, да. Разбомбите эти паровозы, блядь. Что за хуйня мне на лбу горит? Стрядаль. Во лбу горит хуйня. Ебать. Папка, что ли? Браток Салтан, блядь. Я приду, Третьяк. Это не шапка, я хуй знает, что такое. Самое-то интересное, нас как-то вот кинула, она меня кинула чему? Она с меня ушла. А потом вернулась и сказала, все нахуй, ты мой. Все 40 секунд она меня ебала стояла. Я специально даже начал бегать по всем, в кого-нибудь спрыгнем, раз, она ни на кого не прыгала. Все 40 секунд меня била. Это было проклятие, блядь. На 5-й секунде просто вот так вот меня... Все. Невидимая лужа, блядь. Чума не перекидывается. Невидимая чума, невидимая лужа, нахуй. Невидимые пельмени, нахуй. Как мы играем, да. Нахуй. И стоит экстемп, нахуй, на балкончике. Пельмени, бляха, все видимые. Это просто глаза закрыты у многих. Не, у нас были тогда пельмени реактивные один раз, я помню это. То есть пельмени летит, типа, один нормально, а второй раз кидать пельмени, они такие... И вреет, нахуй. Как шипешная ракета, да? Да, блядь, эти ракеты, нахуй, в сторонке курят нервно, блядь, с такой скоростью, это что? У меня даже где-то вроде осталась эта запись, что просто пельмени такие шух, пролетели резко. Выкиш, дай столик. Для моего душевного спокойствия. Он танчит в анхолике. Борос. Не понял нихуя, где столик? Асус, дай столик. Дайте столик, блядь, дайте столик. Шкаф на столике запилите. От алкоголя можете не ставить. Ну чё вы, блядь, там? Выпили пиво малинового? Давайте уже. Я говорила, надо мужицкое пиво было пить. Со вкусом солярки. Похуй. Вин Дизель. Бля, ну что у них пиво было? Доктор Дизель назывался, не знаю. Самогон это уже уровень повыше. Прости, был такой или нет? Но оно такое, прям. Чисто, чтобы нажраться. Ну, я слышал, кто-то откручивал крышку от бутылки с пивом. Да, такого. Я больше уверен. Ну я тоже в бутылку из-под колы пива наливаю. Клинч. В смысле гадость, нахуй, если тары нет. Ты сейчас скажи, просто колу не допиваешь, там остается буквально полстаканчика, туда пиво сверху, хуяк. Ароматизаторы добавлены. Коктейль Войда называется. Сейчас придет, скажет, вот, скажет, я ждал, пока вы наговоритесь. Так он здесь давно уже. Это же он бутылку открывал. Кирилл, ты пиво открыл? Пиво снова потекло. У меня столько слизи, плыви на ней в круизе. Если кто-то отвалится, там легалайз пришел, ты видел, да? Масло перемажьте. Фласки перепить. Можно моментик подать? Не стойте вот тут вот, на перифазах. Мы выбегаем с угла, блядь, я выбежал прям в пельмень, блядь. А ты из-за угла выглядывай сначала, блядь, глазом, нахуй. Пиво, блядь.
Тоже как-то расслабил. Потом выглядывает. Мне кажется, чума все-таки багнулась что-то. Да, конечно, багнулась. Ну, конечно. 40 секунд чума висит, нахуй. Я по всему ряду бегаю, она их скидывается. Не, так должно быть. Меня X-Temp, наказали нахуй. Просто. Охуел вставать. Это X-Temp виноват. Это X-Temp, да. Невидимая лужа, нахуй. Кстати, те, кто в Т4 сейчас в нормальном, могут выдохнуть. Он сказал, что пока это не занимается. Да он заебал. Надо дезурона звать, блядь. Пока не занимается. А потом всех выебет. Пускай он уберет. Хайтан Т5 уже выйдет. Анимацию, блядь. Новый сезон Т5? Еще раз впечатление было. Что-то не кидается. О, забагалось что-то. Давай. Так, почему у нас эти не дамажат, роги не дамажат? Они ж пиздец должны. Давайте, давайте, приготовились. Всё, гоу убьём сейчас. Окей, погнали. Включаем режим Берсерк. Ебануться нахуй. Пиздец, я тебя вытащила. Спасибо. Меня подлагало. Да. Это она про меня, наверное. По красному поехали. Все в красном сидят. Лучше вышли. Смотрим на кнопку какой-то маг бежим. Разошлись пиздец. Дермить часть баунд. Ходите на баунд. Пельмени пришли. Сейчас еще одни пельмени могут быть отличные. Пельмени отошли. Лучше вышли. Пельмени сейчас вот вправо отошли, быстрее. Блять, кто там справа нахуй стоял, блять? Что за уебище, блять? Лужа вышли. Великий босс, идите пить. Пельмени отошли. РТД по красному играем. Лужа пельмени отошли. Пенку ставим.
Пельмени отошли. Пельмени отошли. Около креста ты еще красный видишь. Красный темпль. Лучше вышли. Пельмени отошли. Чинку ставим. Сейчас пельмени полетят. Готовимся вправо уходить. Вправо дошли, уже вправо дошли. Нормально. Я портал на это. Ой, блядь. Леснуть его? Начали. Да. Давай. Все пельмени половил, нахуй. Давай, быстрее. Рибахните, гривни быстрее. Пельмени пошли. РДД по красному, да? Бланш побежал. Прокилил его. Надо перевести бы. 3%. Милики по красному был. Быстрее, быстрее. Побос все пельмени отошли. Побос все пельмени. Бьем, 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 нормально успеваем. Зеленый дебаф на крысы, красный крест. Malleable soon. Геру дали ходу тоже. Аппарат спрятал. Вышли бы вперед, ёпрессы ты, вы чё? Бермичить баунд. Зелёного помогли добить быстрее. Выбать там хп ещё. Лужи вышли. Хлеб побыстрее. Мася БР. РДД в звезде. Следующие три заберу. Пельмени отошли. Бланш забери. Ладно, тогда побью пока. Бермич забираешься. Ну, лучше вышли. Щука забери. Ну, отлично. Пельмени отошли. И вернулись сразу потом обратно. Вернулись быстрее. Все, больше не надо забрасывать. Так, будем бить. Колбы вышли. РДД чуть дальше отошли. Лиз, это следующий заберем. Лужа лучше. Пельмени отошли. Лиза забираем вас. РДД правее стороны. На ВДС. Пельмени отошли. Лужи аккурат. Чувава забирай. И максимально прохил чуваву лектор, дай сикру. Охуенно. Кунка забери, кунка забери. Дай сокру, Фелиция.
Прохил. Дарми через баунд. Ты не меня точно. Нихуя не вижу. Он тебе стычки сложил, да? Я же сказал, блядь, ладно. 27 тысяч сразу уже, да? Зеленого долго били, он еще одну лужу дал и пошло бы пиздец. Сиду, я больше не буду выходить, кто-то стоял, блядь, спереди там. Ну как дела, у меня скоро еще один человек уйдет. Держи быстрее. Иди домой. Николай, ты тут? Да. Ты мне пальчик. Дерми еще в ДК спать. И еще раз кинь. Кликните на шкаф, не стойте. А, ну, как есть. А, не, не пускает. Он не успел еще выйти. Сейчас выйдет. Че мне там попариться, забирать первые или нет? Больше стаков выиграем. Я мог бы забрать тоже. Да ты сказал бланш. Ты сказал бланш, я и не стал забирать. Я по одному стаку. Я специально третил танк. Шпек, чтобы не по одному стаку. Да, ты вон ходит. Сейчас, короче, кто там первый с них начинает? Дермис же, да? Держит босс. Или фонарь у него забирает. Короче, фонарь первый словит, второй я словлю. Вроде масло, ребят, кончилось. Можно КП дать долбоебам, которые припоты вообще не пьют? Можно. Нужно. Это кто? Ну, как минимум, я вот уже вижу, тут у нас только один хан пьет припот. Владыка ужаса не пьет, потому что смотрю, у нас 3 шипа припотов 2. Ну, я не вижу, кто сейчас что пьет, нахуй. Я потрубал лишние доны. Еще один пьет. Вы можете сами поминусовать, у вас есть право. Вон Юля, Войт, Риги. Линкони. Пока только двух нашел, кто не пьет. Кто-то еще один есть. Ну я с пула только пью. Я жду. А второй я пью в конце, когда Герду. Типа то, что 4 человека по одному припоту, ладно, но у нас 3 вообще не пьет. Ну, кстати, странно, почему мне один показал у тебя дон, и я 2 пил на этом пуле. Ну, суть даже ладно не в этом, один и хуй с ним. Типа, чувак, люди некоторые вообще не пьют. В смысле не считает, блять, владыка, я 2 припота выпил, один с пула, один уже на лас-лазе, все. Да-да, считает до пула. Все, он считает. Должно вообще считать. Ни один не выпил, блять, даже если считает. Ну ножа, дохуя ДПСа, нахуй нам припоты. Не ВХ ноет, блядь, хочет ВХ, я хочу ВХ. Да давайте, давайте, все, блядь, давайте бить. Все, соберитесь тихо. Давай, что такое? 5, 4, 3, 2, 1. Holocast.
Блин, вот идите дальше. Меня порт нажму. Порт нажму. По праху стопнули, по красному праху. Все в красном сгибе. Боже, ручка. Дальше праху кайф. Смотрим за дебафом. Бежим по своим меткам и стрим. Дай мне часть баунт. Перемену отвечу. Пошли в плед зеленым стрим. Сейчас пошли пельмени. Уже вышли. Пельмени будут. Пошли коста. Право отошли. Вы уже по стене, к стене лететь. Пельмени отошли. Чем кустарим? Я тебе по красному пойду. Роты прошли. Пельмени отошли. Колбы, мельчик пасы. Все, дальше босса бейте мне. Пельмени отошли. Бля, с телепорта зло. Жить. Нормально. Бля, сейчас хоть потрубался доны, нахуй. Я успеваю квест давать до каста, нахуй. Вот сейчас вот этот пельмени даже у доны не играть. Сейвит. Ну, больше времени дается. Где-то секунды, чтобы держать пельмени. Пошли. Так, ну, пошли. Или меня пришли в меня. Рит, поставьте там ее один миллион. Зеленка. Блять, не успел сейчас. Выпей там лоду кино.
Ебать. Проценты смотрите. 9, 8. Нормально, вот я все вижу. Пельмени. Все, по профу стопнули, все по красным. Проф никто не бьет. Лучше, лучше. Охуенно, вы, блять, молодцы, нахуй, почти лайк. Проф переводить. Вагоны. Красным добахнул крест, зеленым трусы быстрее. Потом сам крест успеет повесить, успеем. Алис, он побежал. Заебись, Мирай, нахуй. Уебок ты, блядь. Маленький, блядь. Переплюнул. Начнем слева. Умираю, блядь. Пельмени отошли. Пусть звезду все встанет. Он же вышел. Блядь. Его кто бы кинули. Так, смотри, еще забираю. Сейчас готовлюсь. Давай. Так, перестака выберу свой. Да. Пельмени отошли. И потом сразу вправо обратно возвращаемся быстро. Все, вернулись. Да. Так, два на мне. Diminishes the taunt. Сейчас плохо будет. Готовлюсь. Так. Три на мне. Все, дальше играть. Получше. Ближе можете. Смотрите на меня. Пельмени отошли. Вернулись быстрее вправо. Быстрее, сейчас лучше будет. Колбы. Блять, не латайте колбы. Сейчас пельмени будут готовить. И места нет. Да. Пельмени отошли. Усилиться забираем. РДД правее встали. Блять, очень мало места. Веди его максимально к стене, Проха. Колбы. Вы не умираете, блядь. Пилите, да, я их сотру. Готовьте, сейчас серого будете хилить. Пельмени отошли. Максимально чува вообще будете прохиливать. Чувава забираем. Каплю дай ему в фонарь. С лужи вышли. Сокру, дай люксор дермич. Забери кунка. Паршивая. Держите кунку максимально хилить. Может массакр? Да, дай массакр. После этого стак заберу. Вот следующий заберу. Бомба. Пельмени. Сейчас заберу. Пизда. Ну как так? Ну типа, раньше было все нормально, нахуй. Ну ты каплю успел ему дать? Как тебе с одной тычки сложить? Сколько у тебя в медведе хп? До этого ты танчил нормально, а сейчас, блядь, умирает. Причем с двумя хулипарами. Дубо под дубовкой, нахуй. Не знаю, под дубовой кожей. Просто сложила и все. Сколько у тебя хп? Сразу же. Смотри. Ну, 40, да, наверное. Блять, я вот даже не знаю, почему, нахуй. Инстинкты жал, да? Нет, не успел я ничего прожать. Да это залупа какая-то, нахуй. Я не знаю, нахуй. Места мало, нахуй. Блять. Мы на перифазе долго бьем, да? Это, по-моему, что пиздец, он лучше разбирать спать. Да, ну, типа, мы, блять, уже запороли и замираем, нахуй. Прям максимально пиздец. У нас кинули лужи по-уебански, нахуй. В начале тоже. Мы потеряли дохуя ДПС из-за этого. Ну, где-то ляма 2 точно. Надо... Я не знаю, блядь, как вы отнесетесь, но мне кажется, вот смотри, я на РНЖ танчу с совой, да? Надо Фелицию обратно в ДД, нахуй, и побольше ДПСика на последней фазе, чтобы у нас было. И также, допустим, нет, я... Нет, это хуйня.
Это хуйня, нет. Смотри, я что предлагаю. Вот я на рендже стою, да, с собой. Три стака забрал, дальше бью. Фелиция также выбежит в ретрике. Три стака заберет и дальше пойдет бить. И потом уже на танках. Еще ханты. Где такой вариант, что он не сдохнет от пельменя, который в рендже летит, а он не заметит его. Блять, ну что, ну сука, без глаз что ли? Может, мне тоже? Может, мне тоже в танка? Прохила вроде хватает. Ебать, куда с танков? У нас, блядь, ДПС-а нету. Ну давайте в танках поспекаемся побольше. Не, ну я же хил. Типа прохила хватает. Давай, кстати, так и сделаем. Фелиция, спекайся в ДД, Алексора, ты в танк. Четвером похилите. Фелиция нахуй. Говно трансмог. Дайте ДПС полностью с этого трая. Развернуть со всеми. А чё ханты 3 стака не могут забирать? Типа я забирал как-то без проблем, блядь. Ну прям в эту точку. Можешь на мага зайти? Владыка ужаса, блядь. На шипы, блядь. 10-е место. Щука, блядь. Ебать, тоже нахуй. Что-то у тебя не все дырь показывает. У меня больше ДПС. Может, он еще на урон. Просто так, пикните. А не, у меня все где-то на 2-3 сотни больше урона несли. У меня тоже чуть больше Адель. Кунка на первом месте вообще-то. В диване стоял, может, из-за этого, не знаю. Было 4 убийства, ДПС было в раза больше. Я тебе очень хвалю фонарь. Ты умничка. Фонарь? Да. То есть кунка. Ну, вообще это... фонарь? Мы одно целое вообще-то, кунка, не забывай. Мы ермак. Кринги зашел. Убивец. Че, кринж побольше, да, на маги даст, чем на роге? Это, считай, уже... Это, считай, уже минус милик. Там есть какой-то милик еще? Так мы же зато спекнули-то. А, это сорок. Не, ну на самом деле вот, было бы идеально, если бы меликом убегать не приходилось на зеленом. Это вообще клоунада ебаная. Кастеры вперед, кастеры, кастеры, кастеры. Там еще Холик Шейк зашел. О, Холича вместо кого-то нахуй. Побольше дебса. Он видел этот позор и такой говорит, надо вытащить вас. Все равно он уходит через полчаса. Владыка, можешь уже уходить. Я владыка. Холич, ты, говорят, с посохом бегаешь, нахуй, с легендарным. Я чай себе ЕП дам заранее. Ну-ка, суманите, я хочу его заскринить. Кого, Холича? Ну, мне кто-то сказал, что он с посохом бегает. Ну да. Ну-ка, Холич, где ты там? Блядь. С посохом. Посох еще нельзя донатить. Обычный, он с обычным, 64-м. А-а-а, мне показалось, что... Трансмок можно уже сейчас, да. С Джайной, который. Ай, бля, я думал, донатнул с Джайной эту хуйню и сделал посох. А, так там же еще осколки, ну, я забыл. Осколки 50 штук. Пизда. Там, по-моему, осколки, кстати, наверное, уже можно донатить. Осколка Джайны еще нету, так что можете забыть. А я думал, он с двумя дырками, он с тремя. Ладно, все, ребят, давайте фулл баф и поехали. Класки, масло там пересмотрите, секунду. И перепот не забываем пить. Посох вроде дешевле выходит, чем Шайн. Нет, еще. Там все то же самое по факту, только сверху еще осколок Джейны. Да, похуй на ваш посох, у меня его не будет. Еще опять чинок лоба. Сколько осколков надо на Шайн? Также 50, как и ВХ. А, тогда осколки дешевле. Давай, четко. Дешевле. Чиквак, чудик. В принципе, шлем на РДД сложнее делать из-за осколка Джайны дополнительно. С Холичем заживем.
Блять, подключал всю хуйню нахуй, у меня просто 20 FPS добавилось. Хочу хоть играть, вот, ну, нормально, более-менее. А мне ДП теперь хуёво давать. Было 7, стало 27, блядь. Ты прям без ДБМ, без всего? Не, ДБМ я оставил. Буду ДБМ оставил. И чат-бат. Ну, короче, блядь, буду ДБМ, все. Теперь нахуй все выпущу. Стопнуть надо, нет? Стоп, о, блядь, да, стопните, да? Стопните, не бейте вообще, блядь, уберите нахуй, что-то я проебал с пустью, блядь, немножко. Не бейте, не бейте, петов уберите нахуй, всю хуйню вообще уберите с проб, сейчас переведет кто-нибудь. Нормально перевели. Смотрим за дебафами по количеству. Дарми сейчас маму. Закончил что-то сегодня примерки. Гармич, как ты босса ведешь? Ёбаный урод, это дичь, пельмени пацан. Пельмени. Два мага, блядь, два мрата. Два кринги. Ком. Лужа. Вышли. Он про милишню, ты все время про милишню, мы выбегаем как лохи. Хуя РДД, РДД я говорю лужа просто. Пельмени отошли вправо. Опа, успел КС, на. Ебать заебись, когда ФПС есть, на. Я торпал за этот. Я лоха. Хватит далеко, босс. А. Нормально. Дармич, ты немножко не так смотришь. Ты смотри, блядь, на таймер, вязкая гадость. Вот именно, когда, блядь, пельмени такую. Именно, блядь, когда в этот момент отводим. По красному, поехали, Дармич. Сейчас еще на красном. Опа, нахуй. Милики, добейте красного. А я босса бейте, похуй. Так, добьем. Пельмени точнее. Сейчас РДД кучкуемся после пельменей. Он в печеньке где-то. Холить красав. Есть меньше надо. Так, сейчас пельмени будут. Готовимся к пельмени. Барбарос портал наш, блядь, нормально. Колбы там пельмени полетели. И все, он выплюнул, веди обратно. Справа пока стой. Там все равно красный сейчас лайк. Как раз не думал включить. Пельмени отошли. Обратненько. Вот Фелиция, что вдох. Да. Не, Фелиция, в милизону беги, в мили. Чума на ресли не была. Блять, не в РДД, в мили. Ладно, в РДДшнике добивайте мили, босса беги. Серый, дай БР по ресли, на пельмени отошли. Печеньки летят. Все, печеньку сместили.
Лужа, вышли, проверь. Блять, ну ладно. Уйдите от меня полностью. Отойдите. Все нормально. Пельмени отошли. Прямо сюда летят, там, где мы стояли кучками. Нормально, сейчас переведем на следующий раз. Прекрасно. 9. 8. Стопнули все по профу, стопнули, никто не бьет, профу никто не бьет, все по красному сыграли, пельмени отошли. И служи вышли. Все в красном сыграли. Ну не ловите пельмени, вагоны, ну ебаный в рот. Пойдет прох переводить. Смотрим за дебагом. Красный крест, зеленые трусы. Красный крестный. Ну ты уже невидимый опять, что ли? Не знаю. Нет, вроде. Дерми сейчас мало, быстрее, блядь. Зеленого помогли добить. Угу. Звезду стали все. Быстрее, пельмени отошли. Фонаря прокинь. Войд позабирает. Дайте проверь. Ну кто так лужу, блять, охуенно разлил, стоял там? Ну ебаные вы пидорасы. Ну, блять, сказал же везде стоять. Что за вы люди? Что за мне люди вы, блять? Войд, ты забираешь там стаки? Да, да, уже два. Щука, выйди, сейчас умрешь. Давай 4 сделаю. Нет. Нет, 4 нет, только 3. Пельмени отошли. Пропустил этот. Нормально. Далеко был. Сейчас следующий. Все, 3 есть. Лужа, вышли. Умели. Все на мне. Забирай дермич. Пельмени отошли. Влево, потом обратно вправо вернулись. Повернули быстрее. Быстрее лужи сейчас. Колбы в воде. Сейчас лужа кинется. Дермич, дай баунт. Что лужа не кинулась, ладно. Тогда лужа. Дай сыкру, люксор. Лужа. Люксор, забирай бот. Пельмени нужно будет. Не уроните его, да? Хильте. Полплей, дай сокру. Держи терей полплей. Фонарь, блядь, дай сокру. Еще одну. Да. Прохилк, ну подними терей. На хп гимны присты у вас есть. Но гим. Пельмени отошли. Отошли пельмени быстрее. Так, кунка, нажимай ШВ, кунку максимально прохил и зубы. Забирай босса. Кунку прохил. Кунку, держите кунку. Пизда нахуй. Ну, блядь. Да я не знаю, но это ебаная хуйня какая-то. Пизду, блядь. Ну, блядь, я не знаю. Ну, это ненормально, нахуй. Это трэш ебаный какой-то. Я хуй знаю, чё так дамага много нахуй? Ну, он за всех считает или как он, блядь? Киньте хилу плюс абсорб. Нет, не за всех. А, 4 хила, это у нас, да, мало дэмэджа, никто не дамажит нахуй. Нормально, блядь. Кулплей нихуя не хилит. Это пиздец разница тоже, я ебал. Да он больше них не сможет выхилить. Ты гонишь? Он все в избыток у него уходит. Мася, блядь, тоже нахуй тут должна разрывать просто все нахуй. Да, он старается. В принципе, он как-то. Не финиш, почему мало за хило так? Поставьте часы. Он просто себе забирает. А если попробовать в холика? Кого холик?
Приста в холика. Меня в холик? Еще, блядь, что тебе? Че, угораешь? Будется делать мне хуже. Люлька, во-первых, не холик. Боже, бля, вот эти ведь помоечные холики, кто их вообще считает за людей? Пристина. ХПС у холиков пиздатый вообще-то. Отсюда осуждаю. Столковый. Чё взяла с... просто, блядь, холи пристов нахуй. Опустила, блядь. Выдала. Да. Это, блядь. Там надо как-то, знаешь, нахуй, вот я смотрю, вот на таймеры гимнов холич с Аделем просто один в один сдали. Ну так или чё? Вот, королева... А королева сдала... Это... Короче, еще один остался у протопошера. То есть надо их поочередно сдавать как-то. Типа растет. Ладно, все, соберитесь, пожалуйста, я уже устал. Ну, блять, ну это ж реально простой босс. Как вариант, можешь... Ну нажмите подумать... кнопки, дымажьте в немножко, ну. Шипы раскидать по пати. Тут. А, нет, блин. Его на капельке.